Друзья, всем привет! Пришел мне долгожданный мой заказ. Долго я его искал. Сейчас покажу, что это, как это. Я задолбал всех, кого мог задолбать. Единственный ответ, который мне дали, ты сможешь это купить в выставке, на выставке во Франкфурте в сентябре. Я, кстати, лечу во Франкфурт в сентябре. Если у кого есть желание и возможность, прилетать. Выставка «Автомеханика» проводится раз в 2 года. С 11 по 15 сентября. Есть мои 3 пистолета и бачки. Есть еще соголы, 3 пистолета, бачки и дюзы. Задача. Пришел у меня кейс. Это кейс водонепроницаемый, противоударный. Тут еще что-то интересное. Я его раскрыл, на почте глянул. Какой-то болт. Для чего? Непонятно. Ну ладно. Открываем его. Смотрим. Видим прорезиненную кайму. И кит-набор. То есть сделай сам. Он с надрезами. Я так понял, сквозными. Лишнее вырываем. Получаем гнездо. На дне мягкая подкладка. Он противоударный, водонепроницаемый. Что мы сейчас будем делать? Наша задача — разместить стволы. 3 ствола внутри бачка. К сожалению, физически сюда не поместятся. К сожалению. Ну ладно, бачки то такое. Надо потихоньку переходить на PPS-ки. То есть бачки у нас будут ездить отдельно, сюда будут помещаться стволы, 3 редуктора, обдувочник, допустим, там иглы рядом, дюзы, что-то в этом духе. Бачки, вам не повезло. Это единственный пока что из больших коробков, которые я нашел. Говорят, что в Польше есть еще больше, но по моей просьбе их почему-то в продаже не обнаружилось. И довольствуйся тем, что есть, сказали мне. Но если так прикинуть, то под один пистолет, даже если его вот так расположить, бачок, комплект дюз и куда-нибудь тут обдувочник еще прилепить, вообще идеально. Но дороговато. Если кому надо, могу помочь с перевозом вот этой вот штуковины из Польши. Ребята ездят. Стоит дороговато, но, скажем так, в пределах разумного. Кто любит свой инструмент, купит, я думаю. Делаем. Смотрим, что получится. У меня их 2 таких. Эх, руки тянутся прямо. Так, значит, бачки нам пока не нужны. Не нужны. Нам нужно лезвие. Как же их выдирать-то так, чтобы... Оставим одну кайму по боку. И смотрим. Тут 2 ряда. Спереди вырежем. Чуть-чуть надрезал и пальцем проткнул. Удобно. Так. Глядим. 2 нам тут хватит. И 2 аж до этих пор. Ой, как замечательно. Вот поляки молодцы. А? Не знаю, кто там, китайцы, может, делать. Но, кстати, на китайских сайтах я находил подобные вещи, но гораздо дороже. Поэтому тут сложно сказать. Пришел ноунейм, без опознавательных совершенно. Так. Теперь. Да, елки-палки, как удобно. Это, конечно, не так, как у Тимура. Анесты вата. Профессиональные, ватовские. Но, к сожалению, он их... Бам-ба-па-па-пам. Он их не может привезти даже под заказ, потому что их просто-напросто нет. Плюх. Да, как удобно, а? Полностью вообще скрылся. Там лег на мягкое. В принципе, можно и так оставлять. Фу. Изумительно. Изумительно. Просто я сейчас иногда... Класс. Иногда переезжаю с места на место, и у меня получается, надо возить инструмент, а возить его просто, ну, там насыпью как-то неудобно, возить его постоянно в его коробочках,
Ну, тоже не фонтан, как удобно. Кстати, сюда надо четвертый поместить. W300 мой, малыша. Поместим, я думаю. Так. Если тут через две ВС-ку, допустим, и через две Девилбис FLG5, то сюда спокойно W300 и, ага, и три редуктора. Где-то так. Иглы все равно идут комплектованы. Короче, делаем. Не буду все показывать, смысла нет. Покажу готовый уже результат. Та-дам! Все готово. Минут 40 я развлекался. Конструктор Лего. В первом 4 ствола. W300 маленький. Он меньше ровно на одну секцию вот эту выдираемую. Лег четко. По два прорыва я делал. Далее LPH 400 LVX башка. Далее W400 1.5 HD. Далее Devilbis FLG5. То есть тут в этом полный комплект. Миник, база, лак, грунт. 4 редуктора. Щеточка такая. Обдувочник. Ключик. Замечательно помещается. И маленькая мерная линейка сбоку. Из непомещающегося вообще это большая мерная линейка. И 2, 4, 6, 7 бачков не влазит. Также не влазит 5 дополнительных наборов Дьюз и Игл в этот комплект. Здесь у нас Сагола 33-00 GTO. Это грунтые густые материалы. Обдувочник Nesty Vata. Ну, пусть будет во втором коробке. 46-00 Extreme Aqua башка. Это у нас под базу. 46-00 Extreme Clear башка. Это у нас под лак. Далее влезли все редуктора, то есть 3, и 5 сменных дюз поместились. Так вот, шланг для подачи в бачок и щеточки 2 штуки, также фильтра там присутствуют. Под бачки пока что они будут ездить где-то отдельно в коробке в каком-то с собой, а так все замечательно закрывается. Спокойно так вот кидается, куда хочешь кидается, ничего там не шевелится, не ездит, довольно-таки удобно. Чуть-чуть дороговато, согласен, но очень удобно. Если два пистолета, я так тут пока прорывал, думал, вот так вот два пистолета лежат, вот так вот помещаются, или так, прекрасно помещаются два бачка и сюда два редуктора между ними. То есть для двух пистолетов этого размера более чем достаточно. Вот такие дела. Поэтому ищите, может быть, у кого где в регионах каких-то разных продаются свои размеры. Но я именно искал водонепроницаемый и противоударный, чтобы если в аэропорту или еще где-то его могли швырять, буцать, пинать. Плюсом тут под два замка. Либо же тут замок, тут пломбу. Тогда в аэропорту никто не подумает даже взрывать, вскрывать. Ну и хочется, я бы с радостью себе, конечно, купил кейс, который в 4 раза больше, чем один это. То есть такой на 4, чтобы там были все пистолеты, все дюзы разложены. Бачки, в принципе, как таковые, бачки с собой возить смысла нет. Надо брать переходник PPS, и бачки это будет как расходный материал. У меня на этом все. Время как-то вечером быстро пролетело. Всем спасибо за внимание. И если кому надо по Украине беспроблемно в течение недели, вроде мне сказали, ну там до 10 дней с Польши их привезут, только под заказ. То есть просто так везти я их не буду набирать, потому что держать, морозить деньги не хочется. А кому надо, я подскажу. Подскажу, кто-то привезти. Всем спасибо за внимание. Всем удачи. Пока.